Специальность бизнес-информатика зародилась в Германии, и основная фаза ее роста пришлась на 90-е годы. В настоящее время бизнес-информатика является развитой практической дисциплиной, ориентирована на решение комплексных задач, которые возникают в самых сложных современных системах, искусственных организациях. Специалист по бизнес-информатике решает комплексные задачи и принимает свои решения на основе трех составляющих. Это новые организационные структуры, бизнес-процессы и информационные системы. Для успешного создания таких решений специалист бизнес-информатики должен обладать уникальной комбинацией из трех областей знаний. Это бизнес-администрирование, информационные системы и компьютерные науки. Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики являлся инициатором развития бизнес-информатики в России, а Нижегородский кампус обладает международным признанием и заслуженной экспертизой в двух основных сферах бизнес-информатики – это организационная семиотика и инженерия предприятий. В настоящий момент наша магистерская программа является очень популярной, в нее приходят ребята из самых разных вузов, поэтому на первом курсе обучения им предлагаются такие дисциплины, как системный анализ, проектирование и совершенствование архитектуры предприятий, инновационная экономика, правовые аспекты функционирования бизнеса. Все это позволяет ребятам лучше понять тот комплекс задач, которые решаются на поле бизнес-информатики, и тот методологический и научный материал, который есть в ее распоряжении. К тому же, широко и хорошо развитые международные связи специальности, в частности, членство Нижегородского кампуса Высшей школы экономики в Европейской сети университетов ERSIS позволяет ребятам активно участвовать в программах международной академической мобильности и принимать участие в работе реальных проектов, которые развивают наши иностранные партнеры. В частности, наше партнерство в Европе касается таких университетов, университетов таких стран, как Германия, Италия и Франция. Высокий уровень подготовки и опыт участия в реальных практических проектных инициативах позволяет нашим ребятам найти хорошую и высокооплачиваемую работу. В частности, те должности, которые они могут впоследствии занимать на предприятиях, это программист, системный или бизнес-аналитик и специалист по сопровождению отдела информационных систем. На данный момент я работаю инженером по техническому маркетингу в компании Intel. Работаю там уже порядка 6 лет. Начинал работать еще в бакалавриате и во время учебы в магистратуре мог успешно совмещать работу в большой международной IT-компании и обучение в Высшей школе экономики. При этом здесь есть эффект синергии от того, что обучение в Высшей школе экономики дает те теоретические знания, которые можно применить на практике в реальной организации. При этом работа в реальной организации, с другой стороны, дает чуть больше опыта, который может применяться в научной жизни, может применяться на занятиях в рамках написания диссертации и вообще успешного окончания магистратуры в Высшей школе экономики. Большую информацию о деятельности нашей программы и о тех новых мероприятиях и инициативах, которые на ней проходят, вы можете увидеть на нашем сайте.